пока ты пахала, ты танцевала в ресторане, да? Да. Ну, давай посмотрим, что тебе там надарили. Конфетки, да? Это ЛДПР подарила. ЛДПР. Они пришли к нам. ЛДПР вас еще? А это что за косметичку тебе с козерожками? Римма Мухамедовна подарила. Так, а вот это что за шоколадка такая? Это ЛДПР. ЛДПР, ну ЛДПР. И вон чай еще. Вам вообще задарил все. Да, а еще и ручка. Ой, еще ЛДПР, прям еще у них свой этот чай с логотипом. И ручка еще. И ручку еще. Ну, вообще. А эта вазочку-то тебе в честь 80-летия. Нас четверо. Как красиво. Там еще были 75-летние, им что-то другое. Я не знаю, что я задумала уже. Показывай, что еще. Вот это что-то. Подожди, это так мелочевка стала. Ну, давай мелочевку показывай. Это кто-то фонарик подарил. Всем Вера Ивановна. Так, это что такое? Прессованное полотенчико. Ой, ой, ой. А это что такое? Что это? Фонарик. А, это фонарик? Каждому. Вера Ивановна. А что у тебя в мешочке? Вера Ивановна. А, он так в мешочке должен? Он лежал так в мешочке? Ага, она каждому подарила. Всем. Ну, рассказывай, что там. Милечки. Это что-то. А тебе где? А мой где? Я поставила уже куда-то. А тут лежал. Маленький. Я выбрала маленький. Где? На коробке лежал. А я, кстати, видела. А, ну, а вот маленький, я выбрала маленький. А это что такое, ангелочек, да, и с каким-то магнитиком? А, да. Это такая этикетка. А можно вот эти любой выбрать, какой, ну, я. Какая прелесть. Ну нет, вот этот вот, смотри, какой прелесть. Он там что-то сидит. А это Эмилия один, один на остатках там остался. Тебе понравилось, мам, натанцевалась? Танцевалась, конечно. Танцевали. Шампанское пили. Пили шампанское, пили вино. И конкурсы проводили, да? Да. Ну, конкурсов много. Ну, молодцы. Конфеты. Где находится Австрия? В Европе. Позор. Ты что? Австрия — это целый материк. Там еще кенгуру прыгают. Это Австралия. Какая Австралия? Ты что? Австралия. Австралия — это где пингвины, где полярники живут. Это Антарктида. Ага. Антарктида, где наркотики продают. Это Амстердам. Вот дает, а. Амстердам — это линия такая вокруг Земли. Это экватор. Ты что, у матери училась, что ли? Экватор — это машина такая с ковшом, Землю. Девочки, водку с пивом что? Не бросай, не бросай.